Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как избавиться от неудач? В сегодняшнем видео все узнаете. Одна из самых популярных зерновых культур – это рис. На протяжении веков являлся основным продуктом питания и ассоциировался с различными легендами и поверьями в разных уголках мира. Издавна рис символизировал стабильность и процветание, поэтому его также часто использовали в обрядах и магии. Сегодня хочу поделиться старинным ритуалом на привлечение удачи с помощью риса. Если в жизни наступила полоса неудачи и дела складываются не лучшим образом, то вы можете сделать вот такой ритуал в ближайшие дни. Сейчас, когда Луна вошла в фазу своего убывания, это особенно хорошее время для того, чтобы покончить с невезением и настроиться на новую счастливую жизнь. Для ритуала вам понадобится всего лишь горсть обычного белого риса. В эти дни возьмите рис и выйдите на улицу. По дороге ни с кем не разговаривайте, не отвлекайтесь от своей цели. Подойдите к воде, если есть возможность, если нет, то тогда идите туда, где меньше всего народу. Далее возьмите горсть риса в руки. Подумайте о своих неудачах, бедах, трудностях, которые есть сейчас в вашей жизни. Постарайтесь не погружаться в эти мысли, а лишь констатировать их факт. Потом произнесите на рис кратко то, от чего вы хотите избавиться. Допустим, проблемы на работе или неудач в делах, или разногласия со второй половинкой. Все, что придет первым на ум. Но если проблем слишком много и они касаются разных областей жизни, то произносите не поочередно, а как жизненные неудачи. Далее, когда сказали эти слова на рис, мысленно перенесите проблемы на зерно, будто бы передавая ему то, что накопилось на душе. Потом бросьте рис в воду, либо на землю и скажите: «Возьми вода или земля, то, что мне судьбой принесено, от себя беды отнимаю, здесь бросаю. Пусть здесь остается, ко мне не вернется, да будет так». Говорим один раз. Все. С этой мыслью, чтобы рис вобрал и навсегда унес ваши трудности и переживания. И отныне все будет по-другому. После этого просто уходите с этого места. Все, по пути домой также ни с кем не разговаривайте и не задерживайтесь. Дома примите душ, либо просто умойтесь. Выпейте чаю, отдохните. Можно зажечь свечку, ароматическую лампу или благовоние, чтобы почистить пространство от негатива и напряжения. После этого вы почувствуете, что прошлые трудности остались позади, и начинается новая счастливая жизнь.